Здравствуйте, вот сейчас я начну сажать семена аденюмов, я делаю это в первый раз, в общем, я посмотрела у всех, мне подсказала Лена из Баку, я перемешала торф с перлитом, у меня не было вермикулита или чего-то другого, но я думаю, что будет достаточно, у нас и так влажность огромная. Итак, начнем. Для облегчения я пронумеровала, как раз у меня 6 видов семян, вот они. И я их пронумеровала. Это я подсмотрела у Елены Лобачевой. Мне понравился этот способ. В общем, сейчас начнем. Так, семена очень смешные. Это номер один. Сказали класть просто на поверхность. Вот так вот. Если делаю ошибку, девочки мне подскажете. Потом я исправлю, пока не поздно. К сожалению, вот третья семечка у меня немножко с краев рассыпалась. Я надеюсь, что ничего там не повредилось у нее. И здесь из трех зернышек одно немного было рассыпанным. Ну, дай бог, чтобы хотя бы три взошло. В общем, теперь я опрыскаю и поставлю колпачок. Итак, я опрыскала, закрою колпачком. Сказали, быстро будут выходить росточки. Поставлю под лампу, разумеется, в теплое место. Девочки, Лена из Баку, если я сделала какую-то ошибку, быстренько мне подсказывай, чтобы я поменяла, пока это возможно. Проветривать я его буду каждый день, по возможности... Если смогу, и два раза в день, чтобы не собирался конденсат и не было загнивания. В общем, о дальнейшем я вам расскажу. Это мой первый опыт с аденюмом. Я очень волнуюсь. Может быть, я что-то сделаю и неправильно. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть предложение по поводу посадки аденюмов, опять же сообщайте. Спасибо.